И снова здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами по-прежнему я, Алексей, добро пожаловать на рубрику «Первый взгляд», и сегодня, друзья, в рамках этой рубрики мы с вами посмотрим на Division 2. В общем-то, все вы прекрасно помните, что это за игра, что здесь нужно делать, что за суть игры. Если вкратце, то в первой части мы с вами защищали Нью-Йорк, мы воевали не только с... так скажем, бандитами местными, но еще и могли ходить в зараженную зону. В общем-то, в принципе, здесь суть эта сохранилась, только мы с вами сейчас находимся совершенно в другом городе. Ну и давайте попробуем, посмотрим вообще, что это такое. Играть я буду на приставке Xbox One X, друзья, поэтому сразу можете переключать качество в 4К. Ну, для тех, у кого все это, конечно же, поддерживается. Ну и посмотрим с вами, что это такое, как это вообще выглядит. Сразу так вот, если с места сказать, графика интересная. То есть я играл в первый день Division также на Xbox, но это был простой One, и там тоже была достаточно интересная графика. Ну а здесь на X прям вообще круто. Я пока не понимаю, что происходит. Мне сейчас нужно выяснить причину тревоги. Господи, что здесь происходит? Где мы вообще? Где мы находимся? Я не могу понять. Здесь что-то все взрывается. Все прям очень плохо. Так, там у нас еще и снайпер, как я понимаю, впереди, да? В принципе, вся система укрытий, прицеливания, перестрелок, в принципе, она осталась такая же, как и была в первом дивизионе. Можно из укрытия вот так вот на шару пострелять. Так, по снайперу попали. Это уже неплохо. Подавление огнем. Отлично. Знаете вам, твари. Абсолютно такая же система, как видите, у нас осталась, с выпаданием вот этих вот очков и т.д. и т.п. Разного уровня у нас игроки, то есть опять же, ну точнее, господи, какие игроки, что я говорю. Соперники, противники, да, то есть в принципе, чем мы будем выше прокачиваться, тем сильнее они будут. Так. Эй, это мне как-то странно что-то, так это самое. Прикройте-ка, заряжаю. Так. Отлично. Там еще один был. Аккуратно. Супер. Кто? Где я? Что-то его не вижу даже. Где ты, тварь? Вон он. Огнем его сейчас немножечко подаем, чтобы он вышел. Давайте мы его быстренько реанимируем. Вставай, брат. И что произошло? Ага, понял. То есть, по всей видимости, все равно, но надо было его хоть как подобрать, чтобы это задание запустить. Там никого нет. Кто-то на баррикады. И пусть кто-нибудь сообщит патрулям, что вы были на чеку. Мы не всех гадов накрыли. Они что, опять решили атаковать? Ты как? Похоже, придется сменить дислокацию. Пошли, поможешь мне. Нас слишком мало, чтобы защитить всех. Сейчас, походу, опять? Бомбардировка начнется. На набережную! Не может быть. Что там? Я командоса такого, знаете, создал специально. Не хотелось какого-то хипстера делать бородатого. Ёшкин-то кот. Сигнал бедствия с координатами Вашингтона. Как это возможно? Ложись! Все живы! Кто-то останется. Нельзя бросить этих людей. Что бы ни случилось, нужно действовать, или всем конец. Иди! Сделаю, что смогу. Иди!
Завалят же тебя, дуру, не за хрен собачий, ты чё? Со мной бы вместе свалило. Это они нас так бы подвели к сюжету, что ли, получается, что типа в Вашингтоне все плохо, на мы часы пришел сигнал. Ну-ка. Свежесваренный кофе по утру. Бесплатный Wi-Fi. Когда это у нас отняли, мы выжили. Когда пропала связь, встали поезда и отключился интернет, мы выжили. Но когда аптеки разграбили, а больницы закрылись, астма стала приговором. И уже нельзя было вызвать полицию. У вас было оружие, а у вашего соседа кто-то выжил. Мы вообще живучий вид. Когда общество развалилось, мы стали справляться сами. И теперь впервые за многие века наши желания совпали с реальными потребностями. Катастрофа сплотила человечество. Мы построили новые общины на обломках прежних. Мы приспособились. Мы выжили. Привыкли к новой жизни. Но есть те, кто ничего не строит. Ничего не создает. Гиены, нападающие на слабых. Они залили мир кровью. Но мы не одиноки. Горстка храбрецов встала на нашу защиту. Они объединяют нас. Ведь мы одна нация. Они наш щит и наш свет. Но если этот свет погаснет... Кто спасет нас? Сами себя и будем спасать, кто же еще-то? Но пока, если честно, я что-то вообще ничего не понимаю, что происходит. Прошло 7 месяцев с начала эпидемии. Угу. Мы по-прежнему боимся зеленой отравы. Но настоящая угроза, она рядом. Че у него очки-то прозрачные? Я ж темные выбирал. Как он тут очутился? То есть вот это для меня пока что остается загадкой, как он вообще попал в Вашингтон. То есть мы вроде бы, да, у нас была раньше сюжетная линия по Нью-Йорку, очень атмосферная, там зима, все было круто. Сейчас у нас лето, как я понимаю, другой совершенно у нас город, Вашингтон. Все будет по-другому. Но посмотрим, как это будет работать. Посмотрим. Опять же, судя по беткам, в которых я принимал участие, открытые и закрытые, было интересно. То есть, как видите, здесь все вот эти погодные эффекты, они сохранены. То есть, дождь, там, туман, т.д. и т.п. Так странно смотрится Белый дом на фоне вот этих укреплений. Точнее, укрепления, да, на фоне Белого дома. Интересно. Ну когда мне уже дадут поиграть-то, а? В самом-то деле. О, Командос. По аварийному каналу спецотряда. Это кто? Молния. Это енот был или кто? Я не понял. Атакована. Противник прорвался через южный периметр. Срочно нужна помощь. Внимание всем агентам. Срочно нужна помощь. Да бегим, бегим. Полкилометра нам осталось, в принципе. Не будем убивать. Пусть дальше живет.
Тут, конечно, хаос и разруха просто лютые. Но графон красивый, то есть вот прям что-что, вот так вот остановиться, посмотреть, очень прикольно. Вот, конечно, в плане графики Ubisoft очень хорошо в последнее время игрушки выпускает. Прям классно. Прям реально радует. Что Far Cry New Dawn, что Division. Очень здорово на X смотрится все это. Очень здорово. Не, гиена это, то есть понимаю, как я понимаю, гиена это вот они как раз таки и есть, вот эти люди, которые человека убивают сейчас, твари, паскуды. Перебежки. Опа. Так, с толку его сбиваем, перезарядка. Тварь. Так, ну вроде бы все. Можем отсюда вылазить. Ой, взяли чувака, замочили. Ну а что бы он вам сделал, а? Козлы вы вонючие. Он же даже без оружия был. Ну-ка. Брызги разлетаются, допустим, крови, да, но каких-то пулевых отверстий я не вижу. Ровно так же пулевых отверстий я не вижу нигде. То есть, если в землю стрелять, в какие-то другие объекты, да, то есть, да, вот на таких, конечно, объектах они остаются. То есть, здесь они свой отпечаток оставляют. Но и то. Нет, вроде остались. А вот что касаемо людей, там, и дороги, и т.д. и т.п., там как будто бы вот ты вообще никуда не стрелял, у тебя ничего не произошло. Ну, а здесь, конечно, да, вот разрушение присутствует. Но чтобы разбить, допустим, эту деревяшку, у вас, к сожалению, ничего не выйдет. Ну, ладно, ладно. Тут, по всей видимости, праздновалось Рождество, насколько я понимаю. И очень странно, что мои выстрелы никого не привлекли. Побежал. Гренадер стоит. Отлично, сняли его. У него просто гранаты. Он, если что, нас будет пытаться ими закидывать. Отлично. Так, попытаемся пробежать. Далеко, конечно. На ходу стрелять нельзя. Как для меня это минус. То есть вот именно в процессе передвижения. Агент, если ты нас слышишь, пробивайся вперед. Эти гады тебя не ждут. Иду. А, имеется в виду вот в плане того, что когда ты делаешь вот эту перебежку от укрытия к укрытию, то, к сожалению, да, есть такая проблема. Так, ну это у нас вот карта идет. В принципе, давайте посмотрим, что тут есть. В принципе, да, система опять же сохранилась точно такой же по уровням. То есть, если у нас, допустим, второй уровень, а мы пойдем в уровень 25-й, в 30-й, то нам там удачи просто-напросто не видать, нас там замочат. А есть Dark Zone, то есть это темные зоны, здесь вот у нас получается целых 3 штуки. Там самый ценный лут, который нужно оттуда вытащить, но и плюс ко всему там у нас будет PvP. То есть мы с другими игроками там встретимся, и есть шанс там опиздюлиться достаточно, причем сильно. Вот опять же, вспоминая свой опыт игры в первую часть, ребят, лучше вот, ну реально, туда на начальных уровнях просто не лезть. Ну, хотя, в принципе, сейчас, я думаю, да, не так много еще на старте будет там народа. Хотя, блин, быстро прокачаются, ведь по-любому же быстро прокачаются задроты и сразу туда побегут. Но лут там действительно хороший. То есть там прям вообще топ. Там можно нормально так полутаться. Отлично. Так, ну что, тварь? С этими гранатами. Падла, дым кинул. Ух ты, где ты? Да ты отцепись от него. Мы сюда залезем. Так. Ну нормально, он же в башку попал. Че он не сдох-то?
Оу, падла. С пулемета гасит. Вы, ребятки, не охренели ли меня отправлять одного на такое задание ответственное? Хотел по канистре пострелять, но очень сложно прицеливаться, друзья, на геймпадчике. Это прям, конечно, вообще весело играть. Отлично. Минус. Минус. Так, 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 мы тебе сейчас вон туда и... И чё? Ну, блин, зараза, я думал, кинет сейчас. Так, броньку мы восстановили. Текаем отсюда. Здорово! Ты чё тут забыл? Есть, еще одного залутыша завалили. Отлично. Я понимаю, что использование укрытий — это лучший способ ведения боя, но так неинтересно. Оо! Куда ты полез? Да ты дурак, что ли? Отправил в мир иной. Я не могу понять, чем гранату не кидает. Вроде бы граната-то есть, но вот что-то прям... Ну. Не знаю, не хочет он кидать ее почему-то. Вроде бы делаю все так, как надо. Ну давай, быстрее. Готов. Так, это наши уже, все, их мы не трогаем. Так, залутаемся, давайте возьмем все, что у них тут понавыпадывало. То есть это аптечки и прочее, 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 прочее. Это нам будет полезно. Я думаю, также будет полезно подобрать всякого рода патроны. И, в принципе, все вроде бы. Вы что, блин, вас столько здесь много человек. Человек 5, наверное, на охране по-любому стоит. И вы не могли кучку этих дебилов замочить, что ли? Да капец, я не поверю. Чего такие все немощные американцы? Ну да, в принципе, да, то же самое, что было и в первой части. То есть у нас имеется главная база, которую мы прокачиваем путем нахождения там новых специалистов. И, в общем-то, все, в принципе, реально то же самое. Белый дом обнаружено, я понял. В принципе, да, то же самое, абсолютно. Те же самые у нас тут сидят люди, специалисты, тот же самый ящик у нас на входе стоит. Ну реально, вот, ну прям реально одно и то же. Ну будем смотреть, чем отличается. Мне вот, по крайней мере, просто интересно это узнать. Поговорите с координатом спецотряда. Ну давай. Посмотрим, послушаем, кто там у нас. Баб, наверное, какая-нибудь стопудово. Это ты. С прибытием тебя. Тебя нет, мужик. Я Мэнни, связист. У тебя, видимо, сработало оповещение. Рад тебя видеть. Позволь, я тебе покажу, как все плохо. С тех пор, как ОТГ развалилась, в городе хозяйничают орды головорезов. Есть крупные группировки и мелкие шайки, которые подбирают за ними крохи. Несколько гражданских поселений пока сдерживают натиск. Но мы... не можем толком им помочь, особенно с тех пор, как сеть спецотряда вырубилась. Это Келсо. Один из последних агентов в Вашингтоне. Находится в поселении Театр на важном задании. Тебе нужно пойти к ней. Если кто и знает, как запустить систему, это она. Mm-hmm. И заодно познакомься с местными жителями. Пусть порадуются, что в городе новый... Чё за прикол с этими, с переводами? Кстати, агент, спустись и поговори с интендантом. Кто? Он может обеспечить тебя особым снаряжением. Оно тебе понадобится. Короче, то же самое задроченное у нас идет меню навыков, те же абсолютно самые уровни. То же самое, как я понимаю, здесь у нас будет оружие с определенными уровнями. То есть, в принципе, все то же самое.
Так, платформы навыков. Навыки агентов спецотряда основаны на различных платформах, для каждой из которых предусмотрен ряд модулей. Всего в игре доступно 8 платформ навыков. Вы получаете доступ к навыкам, завершая определенные основные операции. Платформу навыков можно открывать в любом порядке. Вы можете сами решать, какой навык приобрести первым делом. Ну, давайте смотреть, что у нас тут есть. Есть некий импульс, и также, да, от каждого навыка идет, соответственно, по 3 улучшения на каждый навык. То есть, если мы, допустим, выбираем самонаводящуюся мину, то, следовательно, мы ее также сможем с вами по-другому прокачать. Так, ну, лично для меня как бы не хватает, может быть, какого-то более подробного... А, вот оно, да, вот оно, подробное описание есть. Все, я вижу, претензии снимаются, то есть нам нужно просто перейти в модуль и уже посмотреть. Обнаружить соседних противника, подсвечит их в поле зрения. Ну, давайте откроем, в принципе, это вещь-то такая, которая нам, я думаю, пригодится. Так, зажимаем X. Отлично, модуль открыт, окей. Доступные навыки помещаются в инвентарь, где вы можете использовать и модифицировать их. Навык, которому вы только что получили, автоматически назначен на РБ. Ну, это понятно. Так, завершаем обучение. По пушкам, по оружкам, и тут какие-то у нас идут преимущества и улучшения. Пассивные бонусы, так или иначе, повышающие характеристики вашего персонажа. Получить доступ к преимуществам можно при помощи спецтехнологий. Делать это можно в любом порядке. Некоторые преимущества есть свои уровни улучшений. Чтобы получить доступ к более высоким уровням, сначала нужно заблокировать предыдущий. Но это как бы понятно, да. Мгновенный эффект какой-то есть у нас. После активации преимущества его эффект срабатывает мгновенно. Получаете преимущество навсегда. Остаются активными. Чтобы открыть, удерживайте X. Ни хера, если честно, что-то я не понял вообще, зачем они нужны. То есть здесь... Короче... Сейчас мы качаем, допустим, ячейку оружия. Дальше потом мы можем качать по гранатам, вместимости... А, ну все, я понял, да-да-да-да-да. Оптика вот это и т.д. и т.п. То есть, если раньше, допустим, мы это, в принципе, находили на улице, ну и сейчас, я думаю, тоже можно будет это делать. Преступные группировки, действующие в Вашингтоне, базируются в укреплениях. После того, как ослабите группировки в ходе основных операций, можно будет нанести удар по их укреплениям. Поселение. Гражданское ополчение базируется в поселениях. Поселение — это безопасные зоны, жители которых которые жители города организовали, чтобы поддерживать и защищать друг друга. Ближайшее к вам поселение — театр, располагается в восточной части города. В поселениях вам доступен ряд мероприятий, в том числе основные операции, побочные операции и проекты. Поговорите с жителями поселения и выясните, чем вы можете им помочь. Я понял. Я вас понял. Так, ну все что ли? Выдвигаемся. Новая операция в театр. Давайте сходим. Я не знаю, там насколько у нас длинное, конечно, это видео получается. Хотя, ребят, давайте, наверное, здесь мы с вами и закончим. То есть, в принципе, если подводить какие-то такие вот самые реально первые впечатления, то есть до этого я играл, естественно, в первую часть, я ее всю прошел. У меня там было несколько вылазок даже в темную зону. Но потом что-то как-то мне эта игрушка поднадоела, да и друзья у меня уже просто-напросто перестали в нее играть. Если вы хотите играть в эту игру один, то это, ребят, по-любому не для вас. Просто даже не старайтесь на нее распыляться, ищите себе команду, либо покупайте ее, но ищите команду, чтобы можно было играть, ну, хотя бы вдвоем, но лучше прям втроем. В идеале, конечно, вчетвером. Тогда вы получите совершенно другой опыт игры, потому что все-таки игра здесь вот идет с упором именно на кооператив. Ну и, соответственно, если вы ломанетесь куда-то, да, в ту же темную зону, у вас там просто быстренько отымеют во все ваши замечательные дырочки, и что вы будете потом делать, никто не знает. Так что, если у вас есть друг, с которым можно побегать, либо есть у вас место, где вы сможете этих себе друзей, напарников найти, вообще без каких-либо вопросов. Друзья, в остальном не берусь сказать, как эта игрушка выглядит и как она будет работать на ПК, потому что все, опять же, на бета-тесты и прочее я проходил на Xbox, ну и, собственно, эту игру я также буду в дальнейшем играть на Xbox. Ну, в общем-то, как-то вот так. По графону, друзья, конечно, все красиво. На X, конечно же, все идет в 4К 30 FPS. Все классно, все офигенно, все круто. На ПК по-любому будет 60 кадров, и, возможно, чуть-чуть картинка будет смотреться поживее. Ну а так, сами все прекрасно видите.
Механика игры осталась абсолютно такой же, как была и в первой части. То есть у нас имеется главная операционная база, имеются маленькие поселения. Если что, туда можем приходить, помогать людям, выполнять их задания, поручения, постепенно прокачивая нашего персонажа, находя новые оружки. Соответственно, чем выше наш уровень будет, тем сильнее будут соперники. Ну и плюс ко всему, карта здесь действительно большая, и вот можно походить по этому замечательному городу. Все, друзья, на этом все. Не забывайте в комментариях оставлять ваше мнение по поводу этой игрушки, как она вам вообще вот на первый взгляд тоже показалась интересной или нет. Но кто знает, может быть в дальнейшем также на канале какие-нибудь серии по этой игре появятся. Все, друзья, не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Ну а с вами был Алексей, я желаю вам всем хорошего настроения, всем огромной удачи и пока. Увидимся.